Я вже представляю, до нашої студії завітала Євгенія Баненкова, обласний позаштатний фтизіатр. Доброго ранку, вітаємо в нашій студії. Так, вітаю, будемо говорити на актуальну, серйозну тему сьогодні. Отже, існує думка, що збутником туберкульозу, паличкою Коху, хворіють вже майже кожна людина. Так, інфікована кожна людина. Чи правда це, чи ні? Міф, чи... Ну, я скажу, что палочка Коха это уже было в прошлом. Сейчас это микобактерия. Это особая бактерия, которая имеет огромные свойства плесени. Поэтому говорят о микобактерии туберкулеза. Микобактерия туберкулеза, она есть не у всех. Часть людей инфицирована, то есть они встречались с больным человеком и инфицировались. И микобактерия туберкулеза оставляет след, а может быть и иммунную память в лимфоузлах, если этот человек довольно сильный. Если у него не сильный иммунитет, то такой человек в ближайшее время, в зависимости от вирулентности, заболевает на туберкулез. Тобто люди із високою імунним навантаженням, да, з високим імунітетом так само можуть захворіти. Тобто є міф, якщо в мене здоровий імунітет, я ні в групі ризику, я ніколи не захворію туберкульозом. Тобто це не зовсім правда. Ні, це неправильно. Люди з большим імунітетом, вони заболіти практично не можуть. Угу. Тому що мікобактерія туберкульоза, імунітет, при сильному імунітеті чоловік справляється з нею і практично здоров. До 10% случаев у людей с высоким уровнем иммунитета при очередном рентген-обследовании мы можем увидеть в легких остаточные изменения спонтанно излеченного туберкулеза. Это сильные люди, и они сами борются с инфекцией. Тобто ми можемо зробити висновок, що на туберкульоз хворіють люди, у яких є супутні захворювання. Це можемо допустити тот самий ВІЧ, СНІД. От які супутні захворювання провокують на те, що людина хворіє на туберкульоз? Безусловно, все сопутствующие заболевания с медицинской точки зрения – это те, которые снижают иммунитет. Это люди, которые имеют очень маленький вес, у них большой дефицит веса. Люди, которые имеют белковое голодание выраженное – это люди кахексичные. Люди, которые в силу постоянных обострений язвенной болезни, либо операции на желудке, у них плохо усваивается плохо усваивается пища, и у них идет вот этот дефицит веса. Это люди в результате хронических заболеваний, у которых снижается иммунитет, люди, которые принимают гормональные препараты, люди, которые делают пересадки органов и принимают иммуносупрессоры, люди, которые болеют ВИЧ, безусловно, это самая огромная проблема. Да, у нас каждый третий заболевший на туберкулез имеет иммунодефицит и ВИЧ-инфицированный. Это одна из глобальных проблем, но эта проблема не только у нас, это проблема в световом масштабе. ВИЧ-инфекция и туберкулез, поэтому сейчас говорят об этом, что ВИЧ и туберкулез – это грозное заболевание. И если брать по статистике, то практически около 50% раньше этих людей умирало. А можно вылечить туберкулез у ВИЧ-инфицированных людей? Чи ні? Чи да, безусловно. Можна, безусловно. Да? Тобто, як і у здорових, так і... Безусловно. Вот буквально сегодня будет семинар «Нарада» у нас, у работников сферы туберкулеза и сферы инфекции, в сфере, которая работает ВИЧ-инфекции. И мы об этом будем говорить. Там проводились анализы, проводились исследования. Практически, если человек принимает АРТ, ВИЧ-инфицированный, и у него останавливается... АРТ – это антиретровирусная терапия. Это терапия, да, которая лечит ВИЧ-инфекцию СПИД. И если этот человек начинает принимать антиретровирусную терапию, и у него вирус прекращает размножаться и поднимается иммунитет, он точно так же излечивается, как и обычный человек. Вот что значит иммунитет. Так, дійсно, дуже важливо. Слухайте, а де ж можна підхопити туберкульоз? От за яких умов зростають шанси його підхопити? Значить, обычно это очаги туберкульозной инфекции и человек со сниженным иммунитетом.
На снижение иммунитета влияют много факторов. Это не только медицинские факторы, это и социальные факторы, это хронические стрессы, это факторы переохлаждения. То есть у нас еще есть социальная группа риска, которая болеет туберкулезом. И к ней относятся и малоимущие, которые постоянно переживают из-за нехватки денег, постоянно плохо питаются, подвергаются хроническим стрессам. Это и лица без мест лишения свободы, и пришедшие из мест лишения свободы, которые также в социальном плане не устроены. Это и лица, злоупотребляющие алкоголизмом, наркоманией. То есть вот эти группы риска, они всегда являются для нас проблемой в лечении туберкулеза и в своевременном выявлении туберкулеза. А чи існують якісь методи профілактики туберкульозу, щоб не захворіти? Безусловно. Профилактика разделяется на общие профилактики. Это общепринятые методы и закаливания, и общепринятые методы повышения иммунитета, оздоровления. Это чередование труда и отдыха, то есть не переутомление, не переохлаждение. Это все меры профилактики. И специфическая профилактика – это наша химиопрофилактика нашими препаратами, которые помогают справиться с инфекцией. И вакцинація, ревакцинація дітей, діти захищені у нас тільки цим. Вакцинація, коли, з якого віку треба робити, і можливо, чи протягом життя треба, чи одного разу вистачить? Два рази вакцинація у нас проходить, вакцинація проходить в роддома, і второй раз вакцинація в 7 років. Період імунітету, сохраненного імунітету поствакцинального, це около 7 років. В 14 лет ранее была вакцинация, сейчас она уже не проводится. Это связано с тем, что практически население инфицировано, и инфицированные и дети, большой процент инфицированности. И таким людям вакцинация не проводится, потому что при инфицировании у человека вырабатываются антитела, и он уже готов принять эту и бороть эту инфекцию. Варто ще знову нагадати про симптоми. Як визначити? Можна ще самим визначити цю хворобу? Які симптоми? Безусловно. Самым главным симптомом при туберкулезе является длительный, ничем не объяснимый кашель, больше 3 недель. Это слабость общая нарастающая, отсутствие аппетита, снижение веса, ночная потливость, боль грудной клетки. Это основные симптомы туберкулеза. Особенно если человек не делал рентгенобследование ежегодно, то здесь уже нужно срочно бежать и обследоваться, чтобы не было туберкулеза легких. Я думаю, что эти симптомы можно переплутать просто, так? То варто, если пометить, все же бегать до лекаря, а не самим себе ставить диагноз. Да, безусловно, нужно обратиться к врачу. Кстати, это призывают наши стандарты. У нас есть анкета для самоконтроля любого человека. И по этой анкете человек сам определяет, когда ему нужно подойти к врачу и обследоваться на туберкулез. Вот вы сказали, что туберкулез поліковний. Какие могут его быть наслідки после захворювання? Может, чего-то людина должна уникать в своем жизни после захворювання? В раціоні, в способе відпочинку, може, да? Вот какие такие рекомендации, ускладнення вы можете надать? Больной, который излечивается от туберкулеза, его наблюдает фтизиатр около 3 лет и дает ему рекомендации. Эти рекомендации в основном связаны с образом его жизни, с отдыхом, загаром, потому что нельзя загорать, солнечное ультрафиолетовое облучение может быть вызвать обострение в первый год после излечения. И определенные условия для труда. Нельзя работать, допустим, в запыленных, влажных, темных помещениях, там, где можно вызвать обострение туберкулезного процесса уже излеченного. А после 2-3 лет уже можно вести такой же образ жизни, как человек вел и до этого. Дякуємо вам. Я хочу зазначити, що в свою чергу, що 24 березня відзначається День лікаря-фтизіатра, так, 24 березня, тому що саме у 1882 році, 24 березня, Роберт Кох зумів виділити бактерію, що викликає туберкульоз. Безумовно, в нашому місті ніколи не оминаються ці події, завжди проводяться акції до боротьби з туберкульозом. Я знаю, що так само планується дуже скоро в нашому місті. Скажіть, будь ласка, декілька слів про цю акцію, щоб
люди, щоб мешканці долучилися, залучилися, так? Ну, перше, що я хочу сказати, це ми зараз так називаємо день фтизіатра. Це всесвітній день боротьби з туберкульозом. Це не тільки фтизіатри, і у нас йде акція під егідою «Об'єднаємося всі, разом подолаємо туберкульоз». Тому що не тільки врачі участвують в боротьбі з туберкульозом, це і власть. Это и наше управление охраны здоровья, как областное, так и городское. Это очень много общественных организаций, как внутри нашей страны, так и международные общественные организации. Кстати, у нас проект с международной общественной организацией ПАС в сфере технологий, оптимальных технологий, которая очень много нам помогает в мероприятиях по ликвидации туберкулеза. ВОЗ объявила стратегию ликвидации туберкулеза к 30-му году, когда будет единичный случай заболевания. И выполняем мы областную программу нашу противодействия туберкулезу. И готовится новая программа всеукраинская противодействия туберкулезу. Вибачте, я вас трішки приб'ю. Йде мова про те, що до 2030 року будуть лише одиничні випадки захворювання туберкульозом? Тобто так, не буде ось такого масового? Так, так? Безусловно. Ряд новшеств, ряд реформ, ряд изменений в нашей сфере деятельности уже сейчас идет. Ну, во-первых, это внедрение амбулаторных моделей лечения, когда больной, если он не заразный для окружающих, может проходить лечение не в стационаре, а дома. И вся наша медицинская помощь направлена на ориентацию именно на помочь этому больному на его условиях, учитывая его условия труда, жизни и всего прочего. А что такое может быть, что хворый туберкульоз може не бути носієм інфекції? Може, безусловно. Може таке бути. Давайте определимся, що істочником заболівання є чоловік, який виділяє мікобактерію туберкульозу. Якщо чоловік не виділяє мікобактерію туберкульозу, то вона у нього глибоко внутрі, і тому практично заразитися не можна, нельзя. Тому розлічають людей, які представляють угрозу для населення і не представляють угрозу. Вот ті люди, які не представляють угрозу населення, вони должны лечиться на более выгодных условиях, потому что главным требованием в стационаре, так как туберкулез разный, микобактерия туберкулеза различна у всех людей, бывает за больных, поэтому и различают, разделяют потоки людей по резистентности, по устойчивости микобактерий к тем препаратам, которые долгое время находились на нашем рынке. Поэтому существует проблема вторая, к которой мы подошли, это резистентные формы туберкулеза. И если раньше рапортовали медики, что они успешно лечили туберкулез и 100% излечивали туберкулез, то сейчас уже мы говорим о неизлечимых формах туберкулеза. И вот новшества на рынке, появились новые препараты на фармацевтическом рынке. Это очень долгий труд ученых, которые производили эти препараты и проводили сейчас апробацию этих препаратов. То сейчас у нас именно в трех областях, в Киевской, в Харьковской, в Николаевской области, существует проект по лечению за препаратами с использованием новых препаратов. Это деламонид, бедаквилин, это препараты, которые никогда ни разу не были у нас использованы в лечении туберкулеза. И вот на лечение вот этих неизлечимых форм, если еще можно подобрать лечение, не всем можно подобрать лечение, то эти препараты будут назначаться. И сроки излечения на этих гораздо меньше. Если резистентная форма туберкулеза лечилась 20 месяцев, то сейчас эти люди с такими же формами туберкулеза будут лечиться от 8 до 10 месяцев. Так, на жаль, у нас ще буквально хвилина акція. Давайте коротенько її терміни. Значить, на Соборной завтра в 10 часов у нас будет проходить акция, приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Мы призываем всех жителей, всех гостей нашей области прийти на акцию. Мы вместе объединимся вместе, покажем, что мы против туберкулеза. На этой акции будет рассказываться о профилактике, о заболевании, о симптомах, будет проводиться анкетирование, возможные обследования тут же на месте, будет стоять флюоромобиль напротив Каштанова сквера, возможно исследование на ВИЧ-инфекцию быстрыми методами и консультации наших специалистов.
Поэтому мы всех ждем. На этой акции будут не только медики, здесь будут и представители депутатского корпуса и управления охраны здоровья. Это будет и масса общественных организаций, которые работают в сфере туберкулеза. Що, думаю, дякуємо. Да, дякуємо пожелаємо вам. Пожелаємо здоров'я і пожелаємо, щоб все-таки своє заболівання люди повинні своєвременно виявляти, а взагалі боротися за сохранення і укріплення імунітету. Будьте здорові. Я нагадаю, що до нашої студії сьогодні завітала Євгенія Баданкова, обласний позаштатний фтизіатр. Розказала про симптоми, профілактику, лікування, все, як треба лікувати, і що знати про туберкульоз, а також проанонсувала завтрашню акцію, да, щоб ви приєдналися, бо краще один раз дізнатися, що є здоровий чи ні, і тоді вже знати, що далі робити. Тож дякую, що завітали, розказали, поділилися знаннями. Думаю, це всім цікаво, всім варто знати.